Заседание административной комиссии прошло в расширенном составе. Заместитель главы города Юлия Галякова и председатель комитета по городскому хозяйству Иван Блиновских. На рассмотрение административной комиссии поступило 9 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законом Смоленской области номер 28. Об административных правонарушениях на территории области. На рассмотрение комиссии было представлено 9 административных протоколов. Благодаря бдительности граждан продолжается борьба с нарушителями тишины в ночное время. В этот раз это 4 протокола. Соответствующей статьей по ним предусмотрен штраф. Для граждан это от 1 до 3 тысяч рублей. Систематически нарушают правила общежития многоквартирного дома. Включают громкую музыку с громкими голосами. Недопустимый уровень громкости, просит принять меры в отношении данного гражданина. Также десногорцами ведется борьба с автохамами. Припаркованные в неположенных для этого местах автомобили – частое явление, которое создает неудобство пешеходам. И далеко не всегда такие поступки можно оправдать. Там видно четко, если вы билет там. Хорошо, я виноват, я не спорю, извините, конечно, больше не повторится. По 3 случаям парковки в неположенном месте были назначены штрафы от 3 до 4 тысяч рублей. 2 нарушителей отделались предупреждением. Административная комиссия просит десногорцев активнее отстаивать свои права на комфортную жизнь в городе и не бояться заявлять о правонарушениях. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.